Тут еще продавался Ил-2М в дополнение к КВ-1Э. Мститель. Как бы ради Мстителя он только и продается, точнее камуфляжа. Ибо как таковой разницы от прокачиваемой версии я особо и не нашел. Те же вяшки, те же бимбы, те же ракеты. Да, фармить больше будет, плюсов сетап. Круто чё, купи, ёпта. Как штурмить говорил в видосе про Ила 41-го года. Смотри его, ведь етить какие обучающие видео делаю по штурмовке. Все киберкусты Вартундера завидуют аж. Оп,